Приключения братьев Супер Марио 3. Буря в королевстве. Автор сценария Тед Педерсон и Стив Хейс. Мне не следует появляться в реальном мире, Марио. Я должна управлять королевством. Приказ врача, принцесса. Ты переработала и переутомилась. Да, пришло время отдохнуть. Верно, а мы с Луиджи пока присмотрим за королевством. Ну, я... Эй, поехали на острова! Давай, мы идем к вам! Зажжем по полной! Тот, мы едем всего лишь на пару дней. Ой, хотя, может, нам вовсе не ехать? Глупости! Вы едете, и это окончательно! Обещайте, что вы сразу позвоните, если у вас возникнут неприятности! Неприятности? У нас их не бывает! Неужели королевством так трудно управлять? Очень трудно, затычка в трубе. В отсутствие принцессы балом будет править Купа. Он все разрушит и уничтожит. Эй, король-папа, в моем извращенном гениальном уме появилась идея. Уверена, она мерзкая, отвратительная. И даже хуже, а если пока нет настоящей принцессы, мне построить принцессу-робота, чтобы захватить их королевство? Отличная мысль, Куки, мальчик мой. Как я рад, что я до нее додумался. Просто блеск, принцесса! Поймаем парочку волн! Мы в раю! Я не могу перестать волноваться за свое королевство. Марио и Луиджи справятся. Если чего и бояться, так это Купы. Смелее, принцесса! Здесь так здорово! Доктор сказал, что мне необходим отдых. Смотри, принцесса! Вы в порядке? Это был рискованный кульбит. Все нормально, спасибо. Меня зовут Катер. Похоже, вам нужно взять несколько уроков. Вы что, присматриваете за этим странным созданием в дурацкой шляпе? Вообще-то нет. Тогда идем. Не будем опускать волны. И он считает меня странным? Надеюсь, он сможет отвлечь ее от глупых мыслей, что ее королевство развалится без нее. Как ваши временные правители? Мы с радостью сообщаем, что эта новая дамба... Эй, Луиджи, это же моя речь! Тогда скажи им, что их деревню больше не смоет. Теперь эти сантехники станут по-настоящему популярными. Как я и хотел сказать, теперь вашу деревню больше не смоет! Смотри, сколько писем с жалобами! Лестница в Скайленд больше не выдерживает людей и сбрасывает их на кучу мусора. Новый грибной торговый центр оккупировали вредные привидения. В этом грибном королевстве столько проблем, что мы вряд ли с ними справимся. Нужно просить принцессу вернуться домой. Принцесса должна отдохнуть. Ты же слышал, что сказал врач? Признайся, мы герои сантехники, а не принцесса. Верните назад принцессу! Верните назад принцессу! Я немедленно пошлю ей телеграмму, чтобы она возвращалась. Вот, я уже ее написал. Телеграмма для принцессы поганки была сожрана, как и приказана, ваша королевская мерзость. Мой план идет как по маслу. Когда будет готов робот, принцесса? Доберитесь терпения, король-папа. Нельзя подгонять гения. Робот-принцесса нужна мне немедленно, Куки. Или я брошу тебя в темницу и отберу жалование. Робот к злодейству готов, король-папа. Никто в грибном королевстве не догадается, что настоящая принцесса все еще отдыхает.
ночь наверху, можно забыть обо всех проблемах. Даже не уверена, что я вообще хочу домой. Марио, Луиджи, я вернулась. Надо же, как быстро, принцесса! А где тот? Ему так там понравилось, что я разрешила ему остаться. Подданные вашего королевства с нетерпением ждут вашего возвращения. Как я соскучилась по своему трону! Глупые сантехники приняли нашего робота за принцессу. А значит, скоро королевство грибов станет моим. Пока наш робот-принцесса будет складывать грибное королевство к моим ногам, я должен удержать настоящую принцессу-поганку на настоящих Гавайях. Ты уже 6 раз мне об этом сказал, папа-босс. Вот, надень-ка на себя гавайский костюм. Теперь ты будешь выглядеть как настоящий турист. Алоха, Куки. Алоха, пап. А? Что? Это ужасно, Марио. Ай-яй-яй-яй, я даже смотреть не могу. Принцесса приказала построить дорогу на зыбучих песках, а заодно затопить все пожарные цветы. Никогда не видел, чтобы она так странно себя вела. Может, ей надо было продлить отпуск? Кажется, пришло время поговорить с ней, как сантехник с принцессой. А? Добро пожаловать, король Купа, как я рада вас видеть. Добрый день, принцесса. Как мило пригласить меня на чашечку чая. Чай? Чай с Купой? Принцесса, с чего это вы вдруг так подобрели к Купе? А почему бы и нет? Ведь это ему я оставлю свое королевство. Я что? А вы двое уволены. У вас есть час, чтобы убраться из грибного королевства короля Купы. Им хватит и 15 минут, болваны! Джи, тебе не кажется, что в последнее время принцесса-поганка сама не своя? Да, что случилось с той принцессой, которую мы знаем и любим? Ух ты! Ой! Через неделю ты сможешь участвовать в соревнованиях! Почему бы и нет? Идем, я скажу Тоду, что мы останемся еще на неделю. Папа, а почему у этого мальчика на голове зонтик? Шла бы ты куда идешь, детка? А почему тот тип прячется среди кустов? Наверное, это какая-то рок-звезда, скрывающаяся от фанатов. Рок-звезда? Где? Отличные новости тут. Я решила остаться на Гавайях еще на неделю. Здесь нет рок-звезды, здесь Куки фон Купа. Что? Куки? Если сюда пробрался сам Куки, значит, остальные купы что-то затеяли. Почему Марио и Луиджи нам ничего не сказали? Ой, мне придется вернуться домой. Я нужна своим подданным. Вашим подданным? Я принцесса. Ну, разумеется. Она не шутит, Картер. Она настоящая принцесса из королевства грибов. И мне пришло время об этом вспомнить. Где тут ближайшая труба? Вон там! Принцесса? Труба? Королевство грибов? Может, кто-нибудь скажет мне, что тут происходит? Катер, спасибо за чудесно проведенное время. Однажды, надеюсь, ты сможешь посетить и мой мир, как я побывала в твоем. А пока что, приятель, советую тебе держать нашу встречу в секрете. Без проблем. Я в любом случае ничего никому не скажу. В королевстве грибов сейчас появится новый правитель. Я с большим удовольствием передаю корону королевства грибов великому... Лучше скажи величайшему. Величайшему королю Купе! Скажи, Луиджи, если принцесса отдыхала на Гавайях, почему она совершенно не загорела? Властью, данной мне и в качестве принцессы королевства грибов. Быстрее, Тот! Я торжественно объявляю тебя правителем всего королевства грибов! А-а-а!
сообщить тебе, что настоящая принцесса возвращается. Ты слегка опоздал, Куки. Робот-принцесса, это все твоя идиотская мысль. Если бы я не был таким примерным отцом, я бы даже и слушать не стал. Отличный серфинг, принцесса. Ха-ха, тот прав. Похоже, твои гавайские каникулы пошли нам на пользу. Да, уж кто теперь нуждается в отдыхе, так это старина Купа. Добро пожаловать домой, принцесса. С возвращением. Конец.